Мои, короче, полежали, видимо, на пляже в отеле и расслабились. Захотели, чтобы у них булочки, знаете, так вот прям вот жим-жим-жим сделали. Хватит трясти мозг! И мы приехали в Экстрим Парк. Такой вот член, который мы не очень пользуемся. Часть, а задача такая: если мозга нет, то ничего страшного. Если есть, то будешь подвигать. Говорю, они все больные. Они что так курят? Тёмочка, мы идем на, сейчас внимание, гамак сплэш. Гамак сплэш? Гамак. Точка. Походу сплэш, потому что ты сейчас стыканешь поляшком кипятком от страха, я понял. Все. Сыкуха! Сыку! Мне даже синий гамак дали под мой синий лук и синие тапочки. И у меня лук синенький, синенький лук, у меня лук. А мы носили! Готов, готов. Ну такое, скукота. Вкуснее, блядь. Сука, холодно, блядь. Ребят, первыми удаляется попа, затем удаляются писечка с яичками. Это пипец. Как бы скучнее я мероприятие пока еще не встречал. Такая вот коротенькая линия, вообще ни о чем. Ты съехал, в воду упал. Ну как бы, ну нет. Так, идем на Underground Expedition. Посмотрим, что это такое. Так, все, мы вот, собственно, нацепили амуницию. Оу, май! Пошли, две, есть здесь две зиплайн. Одна более экстремальная, другая, но менее высокая. Два пути. Все, он неправильно рассказывает, как всегда, смотрите. Два пути зиплайнов. Один экстремальный, а другой для детишек. Тебе вот надо для детишек. Вот этот. А мы пошли на экстремальный, ребята, пойдем. Я ничего не понимаю вообще. Хватит выделываться. Иди на зеленый спокойно. Я пошел на красный. Выделывается, выйдет. Сейчас кричать будет громче всех. Господи. Вот такое все приключение, конечно, чтобы подняться на эту банку. Класс. Куманисы. Хотя нет, ты будешь лететь, можно и Огонь! В общем, все люди как люди, а я доехал и обратно поехал. Что со мной не так, а? Не, нормально, они мне говорят, ты тут хэви, говорит, хэви. Хэви, говорит, у тебя, говорит, тут красный, говорит, линия. Ты хэви? Хэви. 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 Почему у всех все вышло не очень? А что происходит? До свидания. Сейчас тебя кто-нибудь сзади подтолкнет. Сейчас спасательная операция. Смотри, что делает. Он и без тебя справится. Наши русские не сдаются. This is Russian guy. Наши русские. Давай, давай, Саня, давай. Сашулька, все-таки с булками завязывать нас. Хватит, блядь, трясти мозг. Вы что, придурки, а? Сейчас вам ебну, блядь. Детский сад, ребят, полоса препятствий. Ёб вашу мать, вы серьезно? То есть вот это называется полоса препятствий, да? О мой бог, да. Только что, друзья, мы поняли, что такое полоса препятствий в понимании мексиканцев. Сейчас здесь написано «экстра челлендж». Вот сейчас мы посмотрим, что же такое «экстра челлендж» по-мексикански. Очень интересно. Простите, Александр, как «экстра челлендж»? «Экстра челлендж» pink and «экстра челлендж». First «экстра челлендж». Как сказать еще раз? «Экстра челлендж», «экстра». Смотрите, короче, вот рассказываю. Один one way. Вот сюда-то туда нужно идти. Мне написано. Идем. Вот, вода холодная, ребят.
Дети, дети, ей-богу. Хуйня полная, скучно, неинтересно, никакого экстрима вообще, парк к экстриму не имеет никакого отношения, он имеет как одному, клаустрофобии. Если у вас клаустрофобия, вам реально станет страшно, вас тысячу раз ударит паника, ну как Сашку. Какая-то неприятная underground expedition, какие-то неприятные люди со мной, я вообще не знаю, почему они со мной, но они неприятные, некультурно, некультурно. Millions, thousands, billions, bugs on me like Dylan, blondes on me like Hilton, Wendy's on me like billions, shouting, digging, look at me like I'm alien, bitch I'm fucking reptilian, bitch, bitch, oh, all y'all bitches is wrong, talking about I fell off, you ain't even get on, bitch, bitch, y'all, all y'all bitches is precious, wait I need to say jealous, all y'all bitches is jealous, bitch, bitch. Товарищи путешественники, личное мнение мое о парке. Ну, наверное, в целом и в общем, наверное, неплохо. Но лично мне было неинтересно, абсолютно даже на какой-то момент скучно. Тарзанки прикольные. Просто ты скучный. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Есть, на самом деле, очень прикольные вещи, они есть здесь. Нет, давай скажем так. Но. Смотрите, можно вставить 5 копеек своих? Давай. Простите, можно я показать? Можно. Как? А, да. Да. Вот, спасибо большое. Серьезно, у кого клаустрофобия, вот вообще не вздумайте идти вот все вот эти пещеры, андеграунд, 30 минут под землей. Вам точно будет здесь неприятно, некомфортно, вам точно не сюда. А так в целом, ну не знаю, мне кажется, такое 3 с плюсом.